Сьогодні, 9 жовтня, середньодобова температура в місті впала нижче плюс 8 градусів. За такого температурного режиму впродовж 3 діб розпочинається подача тепла. Опалювальний сезон у місті, згідно рішення міськвиконкому, повинен розпочатися тоді, коли 3 доби підряд температура зовнішнього повітря буде нижчою, ніж плюс 8 градусів за Цельсія. Оскільки сьогодні, 9 жовтня, настала перша доба, коли температура зовнішнього повітря середньодобова склала плюс 4 градуси за Цельсієм, і прогноз погоди до 15 жовтня говорить про те, що температура не буде підніматися вище, ніж плюс 8 градусів, сьогодні міським головою Юрієм Григоровичем Вілкулом прийнято рішення про початок робіт з проведення опалювального сезону 2015-2016 років. Підприємства-тепловики звітують про готовність до осінньо-зимового періоду і вже сьогодні проводять необхідні заходи для запуску систем теплопостачання. Кожне підприємство направить своїх фахівців в усі райони міста для усунення несправності чи позаштатних ситуацій. Предприятие «Криворожтеплосеть» заканчивает работы по заполнению тепловых сетей, начинает работы по выводу котельных и систем отопления на гидравлические параметры. Просьба к жителям Кривого Рога, абонентам предприятия «Криворожтеплосети», без представителей предприятия «Криворожтеплосеть» и представителей управителей самим не открывать, не закрывать запорную арматуру под домами, не регулировать приборы учета для того, чтобы мы нормально вышли на гидравлические режимы работы котельных и домов. По всем вопросам, которые будут возникать в период включения отопления в жилых домах, школах, садиках, больницах, просьба обращаться в дежурную службу предприятия. Телефон дежурной службы предприятия 409-51-87 и второй телефон диспетчерской службы 409-51-62. Также во всех тепловых районах города имеются телефоны диспетчерских служб районов. Просьба обращаться туда по всем вопросам. Нами начаты работы по включению источников. В данный момент времени создаем гидравлический режим на источниках, выводим сети на зимние схемы. Значит, обращаюсь к жителям города, нашим потребителям. В случае каких-то непредвиденных ситуаций, пожалуйста, обращайтесь на Криворожскую теплоцентраль. Круглосуточная поддержка у нас работает 499-96-69 или мобильный номер телефона есть 067-566-96-86. Телефоны эти многоканальные, работают круглосуточно, людей выслушают и будут приняты меры. Значит, сейчас предприятие создает, делаем гидравлику зимнюю, ну и ожидаем подачи газа на наши районные котельные, дабы выйти уже на полноценный зимний режим работы. У нас есть потребители в Терновском районе, в Жовтневом, Долгинцевском, Ингулецком и Саксаганском районе города. С сегодняшнего дня ведутся и начаты работы по пробному запуску котельного оборудования для выявления неисправностей при работающем оборудовании. На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба. Потребители могут обратиться в любое время суток с обращениями, с заявлениями по номерам телефона 462-87-12 и второй номер телефона 067-558-35-19. Диспетчерский пункт расположен на военном городке 33, дом 16-33. Круглосуточно ведется прием. Як повідомив заступник міського голови Григорій Вербицький, за дорученням мера обігрівати почнуть насамперед дитячі заклади та лікарні.